Тобольские депутаты обеспокоены недостаточной подготовкой городских спортивных площадок к летнему сезону. Пока из 49 пригодны для занятий только 30. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии местной думы. На площадках необходимо разместить информационные стенды, отсыпать песок, отремонтировать баскетбольные кольца, убрать мусор. Депутаты обязались сделать это управляющей компании. Параллельно городская администрация составляет список многоквартирных домов, жители которых хотят благоустроить дворы за счет бюджетных средств. Я говорю, а что у тебя там дочь? Готовы полностью пакет документов, которые есть, требования по межбюджетным отношениям с областной администрацией на 18 придворовых площадок. Это очень хороший уровень благоустройства, включает полностью тротуары, автостоянки асфальтированные, озеленение, малые архитектурные формы. Летом в рамках проекта «Здравый смысл» планируют установить 6 турниковых комплексов, в том числе 2 в Нижнем Посаде.